Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Paint, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Вот. А вот это дело придумано чисто для визуального отображения. Оно, конечно, запускает еще мощь видеокарты, чтобы это все показать. Когда редактируете, я просто рекомендую это отключать. Да, отображение тогда не очень удобное. Ну, хотя не всегда, но бывает вот с FPS в данном случае лучше. В общем, смотрите сами. Или выбирайте режим Optimized GPU Hair. Все равно работает быстрее. Так, что дальше? Дальше вообще, я думаю, потом для этого мне не нравится, как сейчас это выглядит. Ну, то есть на рендере еще будем смотреть. Но я хочу в этой части сделать волосы гораздо длиннее. Вот. И переработать эту маску. Но уже не по группам, а просто нарисую маску. Посмотрим. Сейчас я хочу доработать эту часть. То есть в данный момент надо сейчас рендер запустить, посмотреть, как оно получается. Так, или можно в репорте. Ну, у Арнольда, по-моему, я заметил косяк. Ладно, сейчас проверим, есть этот косяк или нет. Так, ну, как бы, я думаю, вы понимаете, что нужно фриз еще добавлять и много. Сейчас мы просто работаем с пучками. Так, пересечение тут есть еще. Вот этот момент. Хотя на рефе может даже, если смотреть отсюда. Короче, пока я оставлю его, этот момент, может сделаю более плотнее. Вот, а что конкретно я хочу доработать? Здесь добавить еще хаоса. То есть более волнисто сделать. Можно курлинг, но я люблю все вручную контролировать, потому что больше управления. Да, можно, конечно, попробовать курлинг, но он добавит пересечение. Вот, что мне не нравится. Поэтому проработаю еще эту часть. Потому что надо ее проработать. Вот. Так, сейчас я проверю как раз один момент. Вот, да, у Арнольда есть проблема. Видите, он апдейт не делается в вьюпорта. То есть, если сейчас сделаю, а не делается. Сейчас проверим. Нет, не делается. Короче, есть проблема у Арнольда. Именно конкретно. Когда не происходит ничего. Поэтому лучше запускать данный Arnold Render View и делать здесь превью, потому что, ну, а сейчас придется перезагрузить Maya. Потому что, а не, все,
В общем, если хотите исправить, если апдейта нет, просто запускаем этот превью, и все будет окей. Так, с этим решили. Теперь дальше работаю с этой частью. Что ж поделаешь-то? Поправляю, и тут вот что-то сильно висит это все. Хотя может висеть. Так, я посмотрю рев сейчас. Вором-вором. Вот, я думаю, вы помните, что я делаю эту часть, а эту часть я просто брал для примера, чтобы примерно представлять, как там, ну, продумать это все. В идеале, конечно, ну, я буду стараться следующие прически делать уже с 3D SK. То есть, я думаю, вы помните этот сайт. А я как раз сейчас параллельно начал делать грум для Unreal Engine в воскресенье. Вот, там я делаю уже по 3DSK, потому что в идеале лучше находить референс или фоткать самому со всех сторон, когда у вас одна прическа и вы четко видите, как все формируется, потому что иначе фантазия может завести не туда. Но, как говорится, нужно уметь выкручиваться. Если взяли уже референс, ну как я в данном случае, один, а других ракурсов нет, то исходя из того, что есть, не все люди, к сожалению, это понимают, когда я показываю, я беру разные референсы и тренирую фантазию, потому что в данном случае у меня нет других фотографий, других ракурсов этого мужчины. И нужно продумывать, ориентируясь на этот стиль, брать другие и подгонять под этот стиль, чтобы оно смотрелось. Вот. Как-то так. Поэтому продолжают двигаться, а летающие волоски вот такие могут быть. То есть, если посмотреть сейчас вот здесь, они могут так отделяться, даже, возможно, больше. Ну, это мы проработаем. И еще, возможно, ну, я хочу здесь оставить аккуратно, а не так, как у него. Это возможно. Мы же парикмахеры, мы можем это делать. Вот. Возможно, даже маску я не буду рисовать, а может, я буду. Посмотрю. Тут есть нюансы, появились некоторые, которые, возможно, я нечаянно там, когда ходил, задел тут почему-то вот. И это все проще поправить не вручную, нарисовать маску Lens, то есть назначить на эту группу Lens и проработать маску. Так будет быстрее, чем вручную это все выделять и редактировать. Вот. Ну, сейчас я хочу, как и сказал, доработать эту часть. Еще вот нюанс у меня появился, не нравится он мне, поэтому я хочу здесь сделать волосы длиннее, этот пробор оставить, а этот, то есть тут доработать как-то. А возможно, как на вот этом референсе сделать вот эти вот дела, то есть смотря вот здесь вот, у нас здесь лысая, а я хочу доработать, то есть добавить какие-то вот такие части. И мне кажется, будет интереснее. Но для этого нужно тогда маску эту продумать. И, возможно, переработать здесь гиды. Посмотрим. Хотя вот сейчас я этим и займусь. А можно маску не... Смотрите, давайте я, наверное, маску нарисую. Да, сейчас я нарисую маску длины, чтобы проправить эти все нюансы сразу. И вам показать, как с маской можно работать, а не только по группам. То есть, да, в группах удобно контролировать с помощью ползунка длину, но иногда возникают некоторые моменты, которые не очень удобны. И в данном случае, сами понимаете, там количество волос. Так, сейчас покажу. А количество волос, которые сейчас, это нереально вручную. Ну, хотя можно выделить, конечно, группы вот так аккуратно. Но это будет долго. Поэтому лучше, ну и учитывая, что EDGIS не идеально работает, производительность выделения, лучше, конечно, на вот это все. Вот это, кстати, косяки какие-то. Да, они есть, поправлю. Сейчас, кстати, это сделаю. А лучше это все учитывать. Вот так вот. Сейчас мы сделаем. А, есть момент. С помощью ласса
проверю я. Ага, вот здесь надо выделить. Так. Вот. Вот, видите, бывает выделение. Лучше, короче, эти части проверять со всех сторон. Потому что где-то что-то недовыделили, и потом возникают вот такие моменты, которые надо править. Ну вот, то есть я где-то длину редактировал, наверное, с той стороны, а нечаянно может задел эту группу. Вот, поэтому... Или не назначил что-то. Ну, видите, тут явно видно, что редактирование происходило. Поэтому сейчас я это сделаю. Поправлю эти группы. Не понял. Так, и здесь еще есть. А, вообще можно выделить все. И почему не выделяется? Ctrl-Shift-I. Интересно, выделение здесь работает. Так. Какие там мелкие кусочки, но лучше на них. И на это все их тоже назначить группу 1. Все. Теперь все окей. А далее сделать unhide и проверить. А что ж такое? Люк какой-то. Ну да ладно. А на одну, на эту... Мне непонятно, почему здесь. Хотя это другие, вот видно. Окей, попробую сделать вот так. Рискнуть. Но перед этим сохраню сцену. Потому что я как раз сейчас покажу, что происходит, если... Вон, Hair from Guides какой-то появился. Глюкнуло. Так что сцену я не зря сохранил. А, не, все нормально. Так, Hair from Guides надо вот это удалить. Он не нужен, появился что-то произвольно. В Edit Guides нужно... А, сейчас не получится. Вот смотрите, если я сейчас нажму это, оно все позависает. Фух. А, в общем, что можно сделать? Снова Isolation. Это все-таки забейкаю то, что я сделал. Вот. Один. Attach. Возвращаемся в Hair Shape. Включаем, так, проверяем снова, изменяем на 1, и здесь Ornatrix Edit Guides, смотрим. Ой, зачем я это нажал? А, не, все ок. Если все выделилось, то было бы неприятно. А так, теперь делаем, что мы делаем? Мы делаем вот так вот. Раз, два, три. И при этом смотрим, не выделилось ли там чего. То есть вот так делаем. Вот. Все. И здесь еще какая-то. Что-то заглючило с группами. Не знаю почему. Но короче вот. Один. Assign. Смотрим. Вроде все окей. Нигде теперь нет непонятных групп. Вот. Отлично. И теперь что мы делаем? Делаем bake. Переименовываем. Выключаем camera facing 0.1. А ground attach. Возвращаемся. Включаем. Отлично. Все. И теперь я, как и сказал, нарисую маску длины, чтобы это все поправить. И проработаю уже эту часть. Вот эту всю. Еще с ней поработаю. Вот. Сейчас план такой.
Тут какой-то забавный глюк с Майей. То есть, когда я нажимаю Shift, размытие... Тебе вообще что-то заглючило. Короче, размытие блюра.